немножечко рассказать о том, что мы можем с вами сделать параллельно с отдыхом. Вы знаете, отдых — это, конечно, здорово, но вот сколько я себя помню, третий день отдыха, и мне уже скучно, я уже не знаю, чем себя занять. Я уже обошла весь отель, уже поучаствовала во всех общественных мероприятиях, и в целом мне нужно чего-то еще. Поэтому я очень люблю отдых со смыслом, когда ты не только кушаешь, не только лежишь на пляже и купаешься в замечательном море, но еще получаешь какую-то ценную информацию. Поэтому Академия здоровья Елены Бахтиной делает регулярные выезды, пока мы в основном встречаемся в Турции, потому что это тепло, это качественный сервис и это очень хорошие отели. Это бывает осенью, и это бывает весной. И вот сейчас уже весна, и с 1 по 11 мая я приглашаю вас присоединиться к нашему отдыху со смыслом, потому что мы планируем, точно будет тренинг, который называется Anti-Age. У нас будет с вами 11 дней, 3 из которых мы проведем действительно отдых-отдых, потому что нужно между блоками информационными тоже отдыхать. И будет 8 информационных блоков по аспектам Anti-Age. Знаете, что я давно и упорно собираю всякие обломочки информации о том, как остановить повышение биологического возраста и как сделать все необходимое от нас зависящее, чтобы биологический возраст либо стоял на месте, либо прогрессивно уменьшался. Поэтому 8 информационных блоков о том, как сохранить мышечную массу, о том, как сделать, чтобы вода пришла в клетку и создала тургор, о том, как защититься от свободно-радикального процесса, о том, как остановить гликостарение и так далее, и так далее, и так далее. Более того, этот курс, этот тренинг 2 в 1, то есть у нас с вами будут питательные технологии и у нас с вами будут ручные технологии. Вы знаете, что у меня есть курс трансформации лица, это я не автор методики, я просто вижу, что работает на мне и собираю сборную солянку из различных методик, и это действительно хороший, простроенный, качественный курс, который проработает абсолютно каждый квадратный сантиметр вашего лица. И вы будете видеть результат тут же. Соответственно, у нас будет информационный блок, практический блок по личику обязательно и, конечно, питательный. Что такое система «Все включено»? Это значит, что я смогу заглядывать в ваши тарелки, если вы этого хотите. Те девушки и мужчины, которые хотят, чтобы я заглядывала в тарелки, они садятся со мной за общий стол, и мы, представляете, 3 раза в день питаемся вместе, 3 раза в день я, собственно говоря, делаю какие-то поправочки. И вы получите практические рекомендации, как просто в обычной жизни выбирать для себя только качественные продукты, которые вас построят, но не позволят расти, например, жировой ткани. И у нас будет утренний блок, он будет касаться положения тела в пространстве, построения эффективной осанки, молодой, красивой походки. Вот. И этот блок будет прям хамами. Я очень люблю этот теплый большой камень, и мы начинаем утро вместе, вот на этом камушке занимаемся. То есть работы много, это весело, это совместное такое времяпрепровождение, и, конечно, у вас обязательно останется время для вас, для вашей семьи, поэтому приезжайте, девушки, с мужьями обязательно, с детками, вот, для того, чтобы получить очень хорошие эмоции и продвижение в нашем великом деле, деле снижения биологического возраста. Я действительно верю, что в любом возрасте можно выглядеть на 25, просто кому-то работы больше, а кому-то работы совсем чуть-чуть. Приезжайте с 1 по 11 мая, буду вас ждать. Возьмите себе ссылочку, посмотрите подробно, о чем мы будем говорить, какие технологии будем использовать и присоединяйтесь.